Жители Петропавловска поддерживают решение главы государства о проведении досрочных выборов. Они уверены, что это позволит быстрее перейти к практической реализации плана нации и других государственных реформ. Новые депутаты, во-первых, самая главная ответственность, это они должны сделать так, чтобы люди, которые их избрали, чтобы они оправдали их доверие. Это раз. Второе, они должны поддержать идею лидера государства, программа «Нуразжол», «100 шагов», должны исполнить именно в те сроки, которые ставит президент. Поэтому я считаю, что эти выборы своевременные, правильные.